Всем привет из дождливого Мерсина. Мы на канале Vita & Lac. Меня зовут Мария, и сегодня у нас обзор торгового центра Palm City. Находится он в районе Енишехир. И могу сказать, что это очень социально активный торговый центр. В нем постоянно проводятся какие-то мероприятия для детей. Сейчас, например, там открыли планетарий. Во время землетрясения в этом торговом центре принимали всех жителей района, то есть он был открыт для посетителей. Мы уже не раз вам рассказывали об особенности торговых центров в Турции, что здесь очень внимательно относятся ко всем слоям населения, к животным. И вот сейчас мы своими глазами увидели подтверждение, что здесь на входе инвалидная коляска для людей с ограниченными возможностями, для пожилого населения, и есть переноска для ваших животных. И увидели еще классную вещь. Здесь в торговом центре в этом идет такая популяризация Каппадокии. Здесь представители с очками виртуальной реальности, и дети могут просто погрузиться в Каппадокию, находясь в Мерсине. И есть классная особенность. Здесь есть семейные туалеты. Будет это очень удобно семьям с детьми. Вайкики. Здесь представлена женская одежда, мужская одежда, здесь хорошая детская одежда. И есть еще отделение, это LC Waikiki Home. Его сравнивают с Zara Home и H&M Home. Поэтому будем смотреть цены, сравнивать прикольные тематические. Вон по сериалу «Друзья», детские всякие серии, «Винни-Пух», «Флинстоуны». И вот такой классный набор контейнеров для дома. Здесь всего 8 штук, такой качественный пластик. И цена всего лишь 229 лир, 230 лир, если быть точным. Здесь, кстати, да, классные детские вещи. С удовольствием носят племянники, племянницы. И очень достойно, я считаю, по таким ценам. Например, вот такая теплая кофточка. 279 лир всего. Классная диснеевская коллекция, кстати. Успейте по скидкам. H&M, Zara. Детский Zara, то есть все такое стильное, из приятных материалов натуральных, цены приемлемые, 150 лир, к примеру. И, кстати, интересный момент, что во всех турецких брендах есть коллекция с изображением Ататюрка. Даже вот не считая там на праздники какие-то государственные, всегда у них присутствует такая коллекция. Следующий магазин покажем, это магазин Superstep, мультибрендовый. Насколько я знаю, это сетка много где представлена. И сравним цены. Пойдемте. Вот эта знаменитая модель 530 New Balance. И посмотрим на цену. Стоит она 5000. Здесь, конечно, дороже, к сожалению. И, кстати, модные сейчас кроссовки «Газели» от Adidas. Это инстаграмные, скажем так, они во всех луках присутствуют. И цена на них 3419 турецких лир. И еще одна модель, это «Самба». Так, цена 4199 лир. И еще один классный магазин. Это магазин «Чакры». Здесь товары для дома. Там представлены и посуда, и постельное белье, и классные у них ароматы для дома. Все в таком очень лаконичном стиле, напоминает Zara Home и такого довольно приятного качества. Давайте посмотрим цены. Классные наборчики, вообще шикарные. Очень нравится посуда. Но у них посуда вот так все по отдельности. Там нет наборов, я так понимаю. Да, очень классная коллекция. Здесь посуда представлена. Цены не такие бюджетные. К примеру, вот эту вот. Мисочка 200 лир стоит, со скидкой цена. Вот, ароматы для дома, кстати, здесь очень классные. Довольно большой выбор есть. Вот такого типа, есть спреи и классные тоже свечки у них. И по ценам 300 лир всего вот такой вот спрей. Очень долго держится запах в квартире. Так, а на свечке цена 750 лир. Все очень в таких сдержанных тонах. Мне прям очень нравится этот магазин. И натуральное мыло еще здесь представлено. В Palm City представлен супермаркет Carrefour или Carrefour, как говорят в других странах. Это мировая сетка. Здесь он очень большой. Еще у них есть здесь свой классный фудкорт с мангальной зоной. Давайте покажем вам. Мы выбираем рыбу, нам дают номерок, и тут же нам ее жарят. И мы здесь можем ее отведать сразу на фудкорте. Очень классная тема.
Здесь, кстати, можете приготовить не только рыбу, но и курицу, и мясо. То есть можете все на любой вкус подобрать. Здесь также есть фудкорт с готовой едой. Здесь такая система, что вы платите за тарелку и уже набираете желаемую, сколько вы хотите. Здесь есть игровая детская комната, довольно большая, называется Playland. Сейчас в данный момент в Турции каникулы, поэтому в будний день очень много народа, все с детьми, все отдыхают. Кстати, в Турции иностранные фильмы, они в основном идут на английском языке с субтитрами на турецком. Это очень, считаю, классно для практики иностранных языков. Из косметических магазинов здесь представлен магазин Watsons, это также мировая сетка. Очень большой ассортимент, хорошие, приятные цены. И есть еще турецкая сеть Gratis. Там можно найти местные турецкие марки косметики, очень качественные, которые тоже рекомендую к использованию. Тоже дальше вам покажем. Бренд, про который я говорила, вот наверху представлен. Он серия идет с розой. Там натуральные все Отаджи, если я правильно читаю. Тоже классный бренд, рекомендую. Здесь еще есть единственный в городе большой Декатлон. Большой очень выбор спортинвентаря, спортивной одежды. Перед Новым годом, кстати, все закупались как раз-таки экипировкой для зимних видов спорта, видимо, чтобы на новогодние праздники поехать в RGS, либо в какой-то другой горнолыжный курорт, который, кстати, от нас очень недалеко расположен. 1100 лир, спортивные куртки. 1500 лир, 500. Это что? Штаны, кстати. Какая цена? У них 850 лир. Со скидкой, кстати. Флиски тоже по хорошей цене. 550 лир. И есть детские спортивные комбезы. Отдельный раздел для рыбалки. Отдел для рыбалки. Здесь есть и удочки, и всякие там снаряжения. Не знаю, как они называются. Но да ладно. Кстати, здесь продаются сапборды. Очень классная тема, и в Мерсине есть большое сообщество, оно очень активное, они организуют фестивали, не только в Мерсине, они выезжают в другие регионы, собирают любителей сапбордов с других городов. Есть, кстати, даже сап-йога, очень классная тема, мы сами пробовали кататься на сапбордах, всем рекомендуем, классный опыт. Есть, кстати, большой выбор спортивной одежды, и мужской, и женской, под разные виды спорта, здесь вот для фитнеса. Раздел. Цены, в принципе, приемлемые, я считаю. И, кстати, в Мерсине очень много учителей есть, которые ставят детей на ролики. И в Мерсине также есть скейт-парки, где вы в последующем будете кататься. На этом мы завершаем наш обзор торгового центра Palm City. Атмосфера у нас сегодня зимняя, мерсинская, дождливая. В комментариях пишите, какое видео следующее вы хотели бы увидеть, может быть, обзор каких-то конкретных мест в городе, каких-то магазинов. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!